Вторая причина, почему нужно вести дневник успеха, она показывает прогрессию, которая состоит в том, каким ты был раньше и что ты сделал для того, чтобы стать лучшей версией себя. За год прочитал, например, что было у тебя тогда, что было полгода назад, а что есть сейчас. И ты такой видишь, о, а я так как бы зафиксировал такие вещи, такие моменты. И у меня это все остается в голове, я вижу свой рост.